«Первые всегда, первые во всем» – таков девиз у гимназии номер один. На этой неделе первоклашки официально стали гимназистами. Будет первый звонок, будет первый урок, здравствуй, новый учебный год. И у школьных дверей рады видеть друзей и улыбки учителей. Было-было лето, беззаботное озеро, рыбалка, игры, пляж. Даже дни осенние, холодные, вспоминаем летний отдых наш. Будет первый звонок, будет первый урок, здравствуй, новый учебный год. И у школьных дверей рады видеть друзей и улыбки Гимназисты – это талантливые, красивые и готовые к новым знаниям мальчишки и девчонки. Уже ставшая традиционной церемония посвящения еще раз напоминает первоклашкам, что всегда и во всем они должны быть первыми, ведь они ученики гимназии. В этот день наши первоклассники показывают, как многому они научились, чего они достигли за 2 месяца учебы, и доказывают, что они достойны стать настоящими гимназистами. Одной из добрых и интересных традиций является содружество, когда классы ходят в гости друг к другу, поздравляют. В этот же день мы желаем добра, желаем успехов, процветания нашей гимназии. В этом году все наши пожелания выразились в таком замечательном дереве пожеланий, в котором на своих ладошечках написали замечательные добрые слова и первоклассники, и 11-классники, родители и учителя. В этом учебном году в гимназии сразу 3 первых класса, 75 новых учеников. За первые 2 месяца, проведенных в стенах школы, мальчишки и девчонки освоили новые предметы, познакомились с учителями и успели подружиться с одноклассниками. Но самое главное, что каждый ребенок успел усвоить, каким должен быть настоящий гимназист. Гимназист должен обладать качественно, знать все, не отвлекаться на уроках, чтобы все услышать. Он должен хорошо учиться, выполнять все правила на уроках, не кричать, не бегать на перемене. Он должен не выкрикивать, не бегать на переменах, учиться хорошо. Слушаться учителя, хорошо себя вести на перемене и не баловаться. Он должен быть умным и не отвлекаться по пустякам на уроках. Он должен быть смелым и не должен обижать слабых. Он должен быть умным, красивым. То, что все гимназисты безусловно красивые, отметили гости праздника. В этот день удалось оценить и таланты нынешних первоклассников. Поздравили юных гимназистов с посвящением не только родители и учителя, но и старшеклассники. Кто, как не они, расскажет подрастающему поколению обо всех трудностях и радостях, которые ждут их впереди.